Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Maximum Rage, с вами Анатолий, и мы продолжаем, ночную наркоманию. Ну, точнее, ночные приключения. После полнаркоманского Dragon Age 2 мы переключаемся на Спайдермена, на одну из моих самых любимых частей, это Паутина Теней. На мой взгляд, это даже лучше, чем новая Amazing Spider-Man или там Shadow on Dimension. Ну, короче, то все дерьмо. Я помню, я долго и много в нее играл. Блин, звук забыл. Она же громко, наверное. Ну ладно. Если я не ошибаюсь, это же Бетховен, Лунная соната или как-то. Но выглядит пролог эпично. Вот такая вот походка Спайдермена и такое выражение лица на его маске, то, что его все уже достало. Уже столько склепали игр по нему, он уже просто просит пощады. Он говорит, ребята, ну остановитесь, ну отпустите меня. Но, как бы он ни молил пощады, этого не произойдет, потому что это же Спайдермен. Его нужно доить и доить. Это отличный бренд, отличный герой на самом деле. Мне он нравится. Смотрите, как круто, да? И вот все то, что он делает, это можно делать реально в бою, в игре и... Че это был за пролаг какой-то, ну ладно. Да, он так и вернулся. Вот единственное, что плохо, я не могу на геймпаде. Вроде бы не могу на геймпаде. Я же не могу на геймпаде. Да, на геймпаде я не могу. Это вообще печаль, я хотел на геймпаде поиграть. Ладно. Давайте возьмем нашу православную клавиатуру и мышку в руки. Я уже забыл, какая здесь физика. Здесь физика великолепная. Так, только что-то отдача была не сразу. А, если тут зажимать, по-моему, сильнее прыгнет. Если не ошибаюсь. Оп, смотрите-ка. Чувак сел посрать. Та-да! Ладно. Ага. Главное, так и пробежался. На! Эй! Ну вы офигели. Вот, пошел его. А, мне же их не главное убить так. Вот, смотрите, как это круто. Просто в мясо. И это всего лишь красный Человек-паук. Ну, то есть обычный, там потом меняться же можно. Это все дело очень круто реализовано. А какая здесь физика, здесь очень приятно по городу передвигаться. Особенно, когда ты черный, по-моему, там быстрее. Я не помню. Так, движение для быстрого раскачивания. Да, Кэп, я это делаю, ой. Сейчас, как тут? Я не помню, что тут... А, ну есть табуляция, можно тут нацеливаться на врагов. Это хороших месить. Так как это пролог, здесь у нас будут открыты многие... О, так, прикольно, еще комбо. У нас будут открыты многие эти... Ну, это пока что будет открыто. Так, я же могу взять машину. А, не, это надо быть черным Человеком-пауком, чтобы это сделать, потому что... Красный, он слабенький. Слабак. Вот то, что мне не нравится что в Amazing Spider-Man, в этом новом Spider-Man, там нет этого черного костюма и всей этой фишки с симбионтом или как-то. Это печально. Мне это нравилось. Ты что радар от меня требует? Кстати, здесь вот так вот. Вот так вот здесь можно круто бегать по стенкам. Просто офигительно. Охренительно. Так, только не пойму, что от меня хотят. Парни, что вы хотите от меня, а? По-моему, можно на коленках так съезжать, блин, не получил. А, вот, все, нашел. На коленках съезжать охеренно можно. Окей, они его съели. Ага. То есть мне там. Так, а как вообще здесь заходить? Не знаю, в меню. Вот это вот. Ну, они с ваншота умирают. Просто тычку дал. А, в эскейпе, по-моему, надо заходить. Нифига. Так, ну, так как это пролог, это вся фигня будет уже где-то под конец игры. Вначале у нас, конечно же, такого не будет. О, мне нравится вот это вот. Батон 2. Ага. А зачем затемнение экрана надо было? Вот это мне еще нравится очень. Ты чё? Ты прервал мое прекрасное комбо. Я вот так хотел закончить, правда. У тебя только пыль полетела. Даже пыль не задамажит. Так, ну он, по-моему, сдох, да. Полетел вниз, козел. А, удерживать надо. Вижу врагов. Давай, красный. Ох, что-то я не туда полетел.
Красный, давай, на. Волна такая. Прям унесет вас нафиг. Давайте чутьем заподозрим еще кого-нибудь. Хоп-хоп-хоп. Ну, знаете, это как такие вот, не знаю, как называются. То ли, ну, не танцы, скорее движения, которые так на голове вот так вот тоже делают. Спайдермен понахватался современных чувачков. Ну, этот парень висит как сарделька, и чувствую, он ей скоро и станет. Сейчас его сожрут эти ребята. Так, нет, я должен его спасти. Эй, я же вроде нажимаю. А, я вспомнил, какой надо было. Так, подожди. Хорош, а чё я нажал-то? Ой. Вот если бы здесь не было слоу-моушена... А, я нажал Z. Здесь слоу-моу такого не было. MJ? Чё, Спайди ищет MJ? Так, а куда тебя нести? Покажи мне. Так, хоть я в английском не силен, но какие-то фразочки хотя бы понимаю. По-моему, я не помню, здесь есть вообще субтитры? А, давайте громкость сразу же. Не знаю, насколько было так все громко слышно. Давайте хотя бы на 70 поставим. Я думаю, это будет норма. А, здесь не так уж много разных опций. Их вообще, можно сказать, нет. Нет там ни субтитров. Здесь просто все происходит. А на то время, когда эта игра только вышла, графика была очень обалденная. Ну, и сейчас, на самом деле, такая еще более-менее неплохая очень. Так, видите, что-то Питер. Питер нервничает очень сильно. Он ищет Мэри Джейн, куда же без нее, ё-моё. Спайдермен без Мэри Джейн, это же вообще... Так, нужно помочь этим. А, я же могу так делать. Ух ты, смотрите, как круто. Что-то, блин, вы попали, братцы. Блин, вы видели, что он еще так типа смотрел? О, как полетел хорошо. Вообще жесть. Ну, просто жесть. Так, а где они? Вон они. Офигеть, я на столбе. Смотрите, я... Везде война, а я повис на столбе. Ой, по-моему, меня сейчас сбросят отсюда, нет? Вы не подвластны этому столбу, ребята. Nope. Это только мой столб. Правда, я не знаю, как за него держусь. Ладно, нужно слезть. Давайте вам по-щански. Блин, а чем я так дамажу-то жестко? На! Ты офигел! Блин, да что ж вы такие... Ай! Как здесь вора эти перекаты делать? Я не привык играть без перекатов. Да блин, кокон. Надо кокон уничтожить. Так, ну тут можно как-то... А, да, вот так вот. Хоп. О, у меня руки. Я в эту игру очень давно играл. Ты пошли вы нафиг, козлы. А, тут еще эта фигня дамажит. Да хорошо. Умри. Так, сколько у нее ХП? А, сдохла. О, даже этих придурков не пришлось выносить. О, MJ. Вот это вот вообще... Нига. Просто... MJ, возьмите меня с собой. Пошел к ты нахер, чего? Тебе что, в прошлый раз не хватило? Я обещаю, я справлюсь. Ну, ноу, мои сисечки ушли. О нет. Нет, вали оттуда. Это же женщина-кошка, ну возьми ее. Точнее, ну это как ее? Как же я ее забыл? No, Питер. О, наконец-то черный костюм. Как же ее Фелисити, или как ее Фелисити, эту женщину-кошку, или кто она там? Нет, Мэри Джейн, Питер, все плохо. Так типа все очень закручено. Паркер. Хоп, потушил, он вернулся. Че? Этим утром все изменилось? I'm feeling hungry. Я голоден. Не надо, чувак, не ешь меня. Ой. What the fuck? Venom, get ready for a world of pain. Что, Веном? Приготовься познать боль мира? Или что он вообще сказал? О, так, подождите, как хватать машины? Ну как-то на эти кнопки должен хватать. Что за ересь? Нажмите, я нажал. А, все-таки опять я. Ну, правильно такое тупое. Ладно, лови, чувак, машину. Просто ловил машину. Просто брат словил машину.
Тебе не понравилось? Одолейте яд. Веном это значит яд переводится. Так, сначала нужно бы на него сначала прицелиться. Давайте попробуем так кинуть. О, смотрите, получилось. Получаем черные очки. Сейчас мы тебя просто заспалим этим дерьмом. О, не-не-не-не-не-не. Ох, вот это мы и припечатали ему. Что-то он себя плохо чувствует после такого. Че, злись, а? Да ладно, подумаешь, словил пару-тройку машин. Че тебе надо? А дальше его надо заспамить. Ой, не то сделал. Сейчас мы тебя заспамим, смотри, лови машину. Накрыло? Где он делся? А, вон. Еще хочешь машину? Ну че, мне жалко, на еще машину. Фига себе, тебе язык, слушай. Ой-ой. Ой-ой, он сейчас Мэри Джейн, он сейчас ей что-то сделает. Тихо, брат. Брат, тихо. Смотри, на, еще машину съешь. Смотри, какая вкусная машина. А Мэри Джейн не трожь, это моя тела. Съешь еще машину. Все, наелся. Брок, смотри на меня, когда я тебе говорю. Мэри Джейн. Мэри Джейн, сразу такой, хоп. Надо стать опять педиком. Я был крутым, но для девушки нужно стать педиком. Ну, твой подарок на день рождения. Everything's fine. А, все нормально. Все окей. С тобой все будет хорошо, я люблю свой подарок. Я люблю свой подарок. Или твой подарок. Следуйте за Мэри Джейн. Опа-на, я стал черный. Вы видите на меня. Блин, у меня сразу походка меняется. У меня сразу меняется и походка, и все, когда он становится черным, мы можем в любой момент переключаться. Это же так круто, это просто великолепно. Мы просто можем... Хоп, красный, черный. И сразу меняется геймплей за черного, за красного. Разве это не мечта всех фанатов Спайдермена? Спайдермена. Так, я по-моему, не могу залезть на машину. Это, кстати, очень плохо. Но я могу сказать, что вот эта игра на самом деле лучше, чем вот эта последняя, которая вышла. Ну, не знаю. Не доросли еще разработчики, чтобы сделать просто... офигенную игру про Супермена. Ой, про какого Супермена? Спайдермена. Извиняюсь. О, вот эти фигнюшки надо собирать. Да. Я помню, их столько собирал раньше. Я эту игру не знаю, сколько раз проходил. Очень много раз, я очень тащился от нее. Ой, по-моему, на нас банда напала, да, ребят? Ты! Останови их! Окей, я тут мимо пробегал, ну ладно, давайте. Так уж и быть, я их сейчас остановлю. Before you could say friendly neighborhood Spider-Man, Дары. I'm in the middle of a gang war. Good times. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, так, вот здесь банды между собой разбираются уже, им стало вообще скучно. Так, ну, из всего, что он сказал, я ни хера практически не понял. Но зачем нам нужно что-то понимать, если нам можно просто все ломать? Блин, я нацелился на того дальнего чувака и пытаюсь по нему машины попасть. Как хорош он... Нет, все, прицел это фигня. Ага, у меня еще нет никого этих, никаких апгрейдов. Так, ты мертвый, да? А чё я его не притянул? А, притянул. А чё нет, я забыл. Тут комбо происходит только с левой кнопкой мышки. Нифига я его. Так, на самом деле, по-моему, у меня еще недоступные улучшения. Нифига, ударом потушил. Нехило их. Ой, еще братва подъехала. Слушайте. Не получится быстро. Так, ну... вот это лол. Это же Кейт! Вот. Ну вот круто, на самом деле, вот этот момент срежиссирован. И они сразу поняли такие... Да ну нафиг, толку-то в него стрелять. И Кейдж такой... Не знаю, что он сказал, но точно он сейчас им навешает. Так, убираем это все. Нацеливание. Нифига, его просто как веслами зачерпываем. Ух, как он полетел-то, а. Он еще жив, кстати. А, нет, уже нет. Когда он сдох, его еще можно бить. Это же издевательство. Кейдж, куда ты его понес? Ты что, совсем с ума сошел? Где тут еще враги? О, выловил одного. На рыбалочке выловил. Так, где еще? Иди сюда. Кейдж, он мой. Он так дохлый уже. А, ментов-то она тоже... Не, менты пока... Да, менты пока свои.
Это пока что. Свои. Блин, да Кейдж, да ты вообще с ума сошел, обезбашенный. Так, а кого бы на... А, вон выносить надо. Я иду. До свидания. Так, я вот боюсь ментов зацепить, поэтому я просто поверчусь на паутинке, а вы там разберитесь, ребят. Привет. Нифига, вот этот вот был... Охренеть, пинок просто. Божественный пинок. Кейдж, ты что творишь? Ты сумасшедший, парень, тебе лечиться надо. А что это я, пустины? Найдите Люка Кейджа. Люк. Люк, я здесь. Батон один. Друга? Да ладно, за тёлкой он пришёл, за своей тёлкой. Окей, это такие вот мини-задания. Так, вот мы пафосно. Закончили миссию, и нам открыли наконец-то улучшение. Но мы будем, конечно же, качать чёрного паука. Зачем нам красный? Ну, красный тоже уматный. Так, вот это мне не особо нравится. Хотя это обычная, стандартная комбо. Ох, вот это вот шикарно. Так, ладно, но где у нас здесь есть другие фишки? What the hell? Подождите, а у нас еще есть эта вот фигня, вот, да. Видите, тут иероглифы, блин, сраные. Я даже не знаю, как их надо, какие, точнее, какие они. Ладно, атака усиками. Ну, тут забавно, конечно. Ладно, давайте мы прокачаем стандартную нашу. Фиговинку. А, здесь же можно снимать все апгрейды. Ну, здесь апгрейдов нету, походу. Да, здесь апгрейдов нету. Так, что у нас еще? У нас еще нормальный с опытом, мы можем что-нибудь еще. Контратака. Только я не знаю, как она делается. У нас пока что все закрыто. Кроме особой атаки. Атаки усиками. Давайте усики возьмем и... вот эту вот наземную атаку. О, экспа ко мне пришла. Так, Кейдж, смотри, какая машина умеет кидать. Ой. Ой, это случайно не мент был. Мент. Еще можно вот так вот... По-моему, можно, можно. А что не ломается? По-моему, как... О, все, видите, можно немножко поломать. Хоть минимальное, но уже приятно, что хоть какое-то разрушение есть. Мент. 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 Смотри, как я столб шатаю. Видел, какой у меня вообще усик? Хата! Просто плеткой. О, давай, давай отшмана эту машину плеточку. Hell yeah, hell yeah. Ой, я ее случайно подобрал. Короче, нет у тебя больше машины. А я смотрю, тебе пофиг. Чего я тебя не могу ударить? Ну блин, ну вот, я ударить не могу. Блин, ну черный, ну вы видите, какая здесь анимация. Тут реально все чувствуется очень классно. Это все круто играется в это. Великолепно, вот почему я люблю эту часть. Потому что она реально очень классная. Смотрите, какой красивый город. Ай, плялся здание. Ниу. Офигеть. Просто великолепно. Давайте сейчас здесь что-нибудь выполним. Преступников вот я имею. Я вижу преступника. На. Ты иди сюда. Плохо, что апгрейдов пока что никаких нет. Крутых там еще покрутить. И ты иди сюда. До свидания. Е. Да блин, странный забор, не мешай мне. О, можно же повиснуть на каждом столбе, по-моему. Так, вот на. Ех. Хелл е. Вот это понимаю, Человек-паук. Ну, у черного, по-моему, скорость раскачки и раскрутки очень классная. Так, здесь преступление. Ха-ха. По-моему, здесь преступление. Надо бы разобраться. Брат, да ты совсем с ума сошел. До свидания. Ох, вы видели, как я приземлился-то. Так, возьмем одного, поиграемся с ним. Так, я вижу уже паучка. Чё игра просаживается? Я в шоке. Как эта игра вообще может просаживаться? Кстати, здесь офигенные потом будут ударчики, когда ты на крышу залазишь и начинаешь. О, вот так вот, да. Вот это реально круто. Черный полагается на грубую силу, а красный более на ловкую силу. Ой, на ловкую силу, на ловкость, на скорость. А так, а здесь больше сила и симбиоз.
симбиоз. Короче, это хрень. Нифига полетели, хлопцы. Хлопцы полетели, а. А чё мне как 5 дела? Точнее, как 2 преступления я предотвратил. Я же вроде их больше предотвратил. Как-то меня совсем уж не уважают. Давайте. А, кстати, мне нравится, когда... А, еще один паучок. Я сейчас стану красным. Вот, допустим, красный, я такой подхожу к людям, да, все-таки, о! Кого утекаете? Кого это они стриманулись? Меня, что ли? Как вы меня могли стримануться? Я красный человек. Ну, обычный, нормальный. Хорош он. Это же я. Блин, они чё? Они решили, что я плохой. Ну, короче, ладно, не получилось этой фишки сделать. Раньше я как, подхожу такой, знаете, ну, красный человек-паук, нормальный такой. Все-таки начинают хлопать, кричать, хвалить, типа, да-да, крутой чувак. Потом хоп, такой резко переключаясь на черного, и все такие, о, боже, да ну нафиг, и сваливают, или что-то подобное, как сейчас. Тоже забавно очень. Ох, вот это я зачудил, конечно. Ой, там паучок был. Да хорош тебе, что ты делаешь? Нервничай. Питер, надо не нервничать. По-моему, я помню, как надо... Боже, что это? Что мне делать? А ну, если просто повиснуть, да, он должен так вот, хоп. Спайдермен. Такое ощущение, как будто он из жопы, эта паутина. Ну ладно. Так. Где проблема? Я пришел решить проблему. Правда, как же... Как же надо ее решить, правда, не помню. Да не с ноги же. Так, по-моему, надо как-то... Не знаю. Нет, нога это не то, значит. Значит, надо как-то вот так вот. Нет? Нет? Подожди, брат. Не нервничай, бро. По тебе менты палят. Ты не заметил, да? Блин, это не то. О, давай, ударь по мне. Давай. Давай еще. Да забей на ментов, давай. Блин, да ты мазила. А контратаки разве нет? Ну ладно. До свидания. Что же это забыл? Как же оно делается, эти все суперприемы? Надо было посмотреть там, перед тем, как зайти в игру, там есть менюшка. Такие вот очень прикольные, солидные. Тут, по-моему, вырвать нельзя, но можно поломать, а можно вырвать вот это. А, это же... Ты что, нельзя вырвать? Ну, окей. Мне кажется, здесь кто-то прячется. Ага, я вас нашел. Сейчас закручу вас полностью просто. До свидания. Тут примитивные задания. О боже, что я попал в матрицу. Давайте возьмем разгон. Ой, я вижу паучка. А, нет, это не паук был. Их, ребята, я приехал, значит, все хорошо. Ты чё? Ты чем ты меня зацепил? С ума сошел? Ты посмел меня ударить? Червь. Так, ладно, мы сделали задание. Давайте по-быстренькому. О, как он летел-то далеко, долго-далеко. А, как он на коленочках прокатывается. Вот это лол вообще. Как это можно сделать? Хочу это сделать. Хочу это сделать. О, вот так. Бэйби. И вот так еще, хоп. Не, ну прикольно, все продумали очень. Ох, как я тихо-то приземлился. Ёф, нифига ж себе, как я пролетел. Здорово, чувак. Good job, Spidey. Thanks to you. Tell me about these. There I... Hey, Lou. You have... Hey, you know, Bob. What do you... You can... What do you... I've got... I can use my... Exactly. Okay. Да, хорошо, хорошо. No, that's... I... So you... He's... And they don't... What? There's... Да-да-да, это серьезные повороты сюжета. А здесь прикольно, кстати, дают даже отыгрывать небольшую роль. Можно выбор делать более плохой, более хороший. Там даже будет выбор с той женщиной, ну, не знаю даже, как ее называть. То ли женщина-кошка, то ли кто он там еще. Но с той телочкой можно будет или малех перепихнуться, или хотя бы чмокнуться. Или нет. Конечно же, мы ее чмокнем. Кому нужна Мэри Джейн, если есть такая телочка?
Мэри Джейн, конечно, в этой игре тоже ничего так. Необыкновенное чутье. Что ты думаешь получить чутье? Что-что, табуляцию зажму сейчас и все дела. Ничего нет. Хорошо. Стучи по этому. Так, своего нашли мы. Ставь только найти плохих парней. Во, нашли. Только не совсем удобная эта вот система, вот такая вот. Возможно, на геймпаде это поудобнее будет. К сожалению, не могу на геймпаде. Ага, даже так. Ребят, я не знаю, будет ли это как бы для меня очень... Можно сказать... А, блин, сейчас. А, это, наверное, не будет, скорее всего, полное прохождение, просто захотелось немножечко сыграть. Сегодня вот сидел, думал, во что бы сыграть? Да вот, сыграю в это, скачаю и сыграл. Потом, может, еще сыграю в новую Deadpool, тоже офигенная игра получается. Единственное, что плохо, так в подобные игры очень удобно играть на джойстике, на геймпаде. Но, к сожалению, почему-то эти... У меня просто не Xbox-овский аналог, а обычный аналог цифровой. Это плохо, немногие игры реагируют на него. Конечно, мы посмотрим улучшения, которых нет, да? А, это красная, это фигня. Ну, улучшения для паука открываются только сюжетными. Так, ага, все, мы можем сейчас хотя бы попробовать этот провести. Суперприем, нам нужно определить, что это за кнопка. Я даже подозреваю, что это за кнопка, может быть, это? Да. Ух, какой дымок-то пошел. Мы хотя бы поняли, что это за кнопочки. Так. Давайте-ка поменяемся. Народ, тихо. А, видите, у меня справа внизу, как бы, взгляд черный, значит, у меня плохая репутация. Но это никак не влияет на то, ну, разве что люди вас или шугаются, или что-то еще. Не особо большая отыгрыш роли, но... Все же, хоть как-то приятно. Вот как какие здесь прикольные потом битвы будут, там, с Росомахой, будет прикольно. С Веномом вообще там в конце будет такая жесть. Я же не помню, много чего будет здесь. Как он летит, у него эти... Ноги трусятся, вот это жесть. Вот это жесть. Ладно, на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте ваши комментарии. И до новых встреч, всем пока.